И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я продолжаю играть в Panzer. Сегодня я решил поиграть за Берсерка, так как я, во-первых, давно за него не играл. Во-вторых, захожу такой, думаю, блин, за танка, что-то неохота. За канонира, так лень смотреть расстановку его скиллов. Думаю, зайду за Берса. Начал запись, что-то не получилось и так далее. Нужен режим был переключить записи, там все в таком духе. В общем, получилось так, что немножко вспомнил, как вообще им играть. И да, все-таки пришлось искать мне, как раскладочку восстанавливать. Немножечко по-другому. У меня было... Вот этого не было, разрушительного удара был вихрь вкачанный. Сейчас почему-то все по-другому вкачано. Ну, не знаю, ну как бы пофигу. Как бы пофигу на это все нормально. Создал ему дубину новую, четвертую дубину сделал. О, какой четвертый, господи, седьмую дубину ему сделал, и как бы все нормально. Поиграем немножечко на PvP, ну а там уже будет видно, что да, когда, где. Да. Карта, паровозик, который смог. Ненавижу ее. Просто ненавижу ее. Кстати, перед этим, когда я тренировался, там шахта Кромхольма были. Ну, там проблема, там у нас команда. Прикиньте, я был топ в команде. Я был топ. Пятерых убил, 13 сдох. Я был на первом месте в нашей команде. Ну, вы представляете, что там было. Вот, не, ну мы, кстати, умудрялись захватывать, да. Но у них сапера затащили. Конкретно такого застроя я еще не видел. Потому что там конкретно просто заходишь и попадаешь в реальное минное поле. И не только в минное поле. А вот, там минное поле, капканы, короче, стенки, плюс берсы начинают крушить. В общем, веселье было. Ух. Эх, ну ладно. Посмотрим, что... О, состав хил есть, хила нету, отлично. Понеслась. Потестим немножечко с музычкой. Оу, е! Факин! Так. Немножко поэкспериментировал, кстати, с графикой, я ее немножко изменил. Постарался текстуры оставить те же самыми. Вот. А убрал, получается, этим. Всякие шейдеры убрал. Шмейдеры, всякое говно убрал. Вот. Посмотрим, как оно будет. А, черт, забыл, на что надо было сжать. Господи, как я давно не играл, тут еще сейчас раскладку поизменял и... Воу! Это было круто! Вот, еще же раскладку поизменял, короче, вообще, да, в кнопках запутался, на что приземляться. Ладно, шутки шутками, но играть нужно нормально. Сапер у нас нету, бежим сами, но есть хил, это хорошо, у них есть сапер. Им в нападении это очень сильно поможет, так что туда. Так, вот еще откатим. Отлично. Опять напишите, как вам музычка. Тихо. И... О, не достал. Фу, как полетело родненькая. Ух, прям как полетело. А если б я? Воу. Оу, е! Отлично! Да ладно, я не смог просто выбежать! Я застрял! Я рванул, но я просто в чуваках застрял. В наших, в чужих, во всех, короче. Ну, чуть как крыбанул не вовремя. Ладненько. Давай, гужу, воскрешайся, речь, ну что так долго-то? Давай, родненький, давай! Ну хорош прикалываться, а?
поезд движется вперед, а я, ёпта, будто не вижу. Потому что когда не мне надо сопровождать, почему-то у всех все получается сразу же. Я вот так постою. Так. Хоп. Так, отлично. Все. Угоним его обратно. Пошло оно все взад. А, нафига я заюзал? Воу! Сапер молодец просто. Вот когда что-то делают красиво, даже враги, мне это нравится. Что бы я ни говорил, мне нравится, когда враги делают что-то красиво. Ой, парни, давай, давай, круши, молодцы! Хопаньки! Хопаньки! Ей! Красиво! Погнали обратно! Погнали обратно! Ну все, теперь точно погнали обратно. И победный взрыв! Тихо, 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 чувак, расслабься! Отвлек! Отвлекающий маневр. Нет. Оп! Не проканала. Сеструха, сорян. Не проканает. Твою мать, сраная щепочка. 3 копейки осталось, 3 копейки. Просто плюнуть на нее, сморкнуться нужно было. И все. Не хватило. Не хватило. Чуть-чуть не хватило. Эх, прокачу. Деденкс. Оу, пошел жара. Ой, почти дотянулся. Вот это гномик молодец, застрелил. Тихо, 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 тихо. Давай уж на точке я постою немножечко. Оу, супер. А, мелкое говно, мелкое говно. Да, отлично. Ну ладно. Блин, 7 на 4. 7 на 4? Вы прикалываете? Я 7 завалил. Вот это круто. Да я сдох меньше, чем убил. Блин, да, возвращение на Берсан получилось неплохое. Но что-то мне не нравится, что поезд двигается. А 2 минуты, надо продержаться. Надо продержаться. Пошла жара. Ну, конечно, было не сильно хорошее ускорение, но все же. Эх, стоять. Все, все, тормози. Тормози, народ. Хватит. Давайте, я, как обычно, как мясо немножечко. Оп! Пацаны! Паровоз тута! Оу, oh, yeah. Да ладно, дамага не хватило! Фукина, вот это не хватило! Что-то я не додумался до того, что у меня может просто тупо дамага не хватить. А вот урон 21, это хорошо. Ну, в смысле, опыта дали. Оу, oh, yeah. Я снова в деле. Да, обожаю так обманывать. Оу, е! Тихо, тихо, тихо. Я просто его потерял, когда он упал у меня. Ай, ладно, все, короче, тихо. Надо, короче, немножечко это, адреналин подубавить. Сейчас все будет норм. Да твою мать! Вот это реально не повезло. Вот это, короче, сейчас просто реально нереально повезло. Не повезло. Просто до жути!
Так называется тупить могу только я. Ну ладно. Это ж что сейчас было такое? У меня так мало здоровья было. Я не заметил. Прикрыть тебя? Да ты нищий, меня только хиляешь. Ты ни разу еще не спас от добивахи. И все в таком духе. Какой прикрыть сыщий, да? Ты сам никого не прикрываешь. Короче, пошла жара. Оу-е! Инквизитора. Факин, какое говно я нашел? Я не то говно нашел. Ну ладно. Я опять что-то косячу. Так, все. Надо собраться с мыслями. Я залетаю и начинаю тупить. Что нужно мне делать? Понятное дело, не тупить, да, конечно. Это оно само собой. Но что-то я делаю не так. Так, понятно. В чем сейчас я тупил, я понял. Вот это сейчас я даже не понял, откуда меня подкинуло. Сзади, походу, дело подошел. Наших ребят разбили, и он сзади подошел. Хорошо. Минус один. Минус два. Блин, надо было в блоке стоять, я поверку ударил. Отлично, спас. Молодец. Раз. В кои-то веке. Так, все. А вот это уже неплохо. Не то. Совершенно не то сделал. Из меня порвот опять сдвинулся. Не хватает. Он движется. Знаю, что движется. Стоять! Не хватило ЦП. Убили. Так. Самое главное, что он идет, они ни гнома не трогают нашего. Это хорошо, это просто здорово. Просто здорово. Так. Но они уже дошли до гнома. Куда? Отлично.
Я замерз. Такс. Ёб твою ж налево, так долго. Сейчас будет за точки доедет. Не, наши стоят, наши стоят, наши молодцы стоят, горой встали. Молодцы, молодцы, 13 на 13, нифига себе. Я вровню выбрался все-таки. Бегу! Да твою мать, он просто меня же на таком же говне подловил, как и я обычно подлавливаю. Щепка. Нет, так просто добили. Он просто кик бьет ущем в одну сторону и поворачивается на меня. Блин, обожаю, когда делаю правильные вещи. Ну, из-за этого мы часто сливаемся, и это плохо. Ай, черт, бежал почти, добежал. Ты чё, прикалываешься? Ты даже сроду не должен был достать. А, ну блин, меня оттолкнули, и там уже спина. Там уже была спина. Хорошо. Дальше играем. Так, у нас днище минус один, отлично. Интересно, кто? Интересно, кто? А черт их знает, кто. Леваки конченые, это ж понятное дело. Один ЦП в минуту мне тикнул. Стоять. Не то опять, надо было пяткой. А, мне на пятку не хватало. Но все равно я даже не пытался поставить ударить-то. Нет, застрой, конечно, нужен. Надо застрой срочный. Не спорю, я бы тоже поставился и добил, потому что инквизитор все-таки как-никак. Инквизиторов надо нагибать. Вот это надо делать. Отлично! Я хотел спрыгнуть, конечно, но и это тоже было хорошо. Блин! Он на меня повернулся. Не повезло. Минута. 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 У вас на пригорке стоит. Но там еще есть рубеж с гномом. Самое главное сейчас не тупить. Самое главное не тупить. И все будет хорошо. Пошла жара. Отлично. Добил. Молодец. Говноеды. Твою мать.
Не убежишь от меня. Ставил свое тут говно. Тихо. Ступил. Получил. Ой, что я делал? Стоять! Блин, все, в рожу получил. А там и крик сработал. Ну, генерал Айхун просто так не сдается, так что давай, вперед! Давай, воскрешайся, воскрешайся! Давай, жорники, давай, скорее, гном держит как может. Так, надо прорваться и посмотреть сраные ублюдочные телепорты. Идиота! Ёпта. Пошли, все отсюда. Очко! Уу! Отлично! Твою мать. Так. Где их сраный вход в телепорт стоит? Отлично. Это единственное, что я сейчас могу в этой ситуации сделать. Нет входа? Нет телепорта. Телепорт увидел. Соответственно, остается только их снести сейчас. Так, минус один. Не спас. Они к нам бегут. Оу, это фак! Вы что, прикалываетесь, что ли? Ёб твою налево! Вот почему Инка не додумался до того, до чего додумался я? Ну, прийти на базу и взломать вход. Ну, или хотя бы и телепорт поискать. Ну, он же бегал на территории. Ну, да ладно. Я всегда говорил, я ненавижу эту дебильную карту. По воле судьбы, сколько я бы не пытался, сколько я не пыжился, я все равно на этой карте просираю. Неважно, за какую я команду играю. При всем при этом, команда-то у нас хорошая. Но из-за этого дебильного настроя... Ну, всираю я постоянно. Ну да и бог с этой картой дебильной. Самое главное, что вспомнил, как будет играть за Берса. Поэтому, возможно, следующая серия тоже будет за Берса. Почему бы и нет. Вот такие характеристики у моего Берса. Ничего сверхъестественного. Без лишних заморочек. Ну а на этом на сегодня все. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать, ну и, конечно же, делиться моим видео со своими друзьями. Всем удачи, всем пока, всем счастливо и добра. Всем пока.